Барановичей жертвой аферистов стала 70-летняя местная жительница. Позвонив на домашний телефон, неизвестный рассказал женщине, что ее внучка стала виновницей ДТП. Для непривлечения к уголовной ответственности необходима крупная сумма. Пенсионерка поверила собеседнику, собрала все сбережения свыше 7 тысяч рублей в эквиваленте и стала ждать курьера. Однако сотрудники уголовного розыска Барановичского ГУВД оперативно вмешались в ситуацию и задержали с поличным двоих молодых людей, которые прибыли за посылкой. Фигурантами оказались 19-летние жители Барановичей. Мой друг нашел объявление в Телеграме и скинул мне. Направлением куратора я должен был приехать, поднялся на этаж, позвонил в квартиру и должен был забрать деньги. Это было их первое задание, за которое им пообещали заплатить по 300 рублей. Что вы хотите сказать своим ровесникам, другим лицам, которые захотят также поступить? Не ведитесь на это. Если вам нужны деньги, найдите легальный способ заработка. За мошенничество, совершенное в крупном размере, задержанным грозит лишение свободы на срок до 10 лет.